Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я еду на велике. Сегодня хороший день как раз для прогулок на велосипеде. И вот здесь такой вот живописный райончик я нашел. То есть очень достаточно интересный. Все в зелени. Дети играют там. Всякие вот коттеджи стоят. Вот, автобусные остановки даже имеются. То есть, все как положено. Ну, а я сейчас еду там к реке. Мы договорились встретиться там с народом. С друзьями сейчас. Вот, поэтому сегодня такая прогулочка на велике будет небольшая. Время, конечно, сейчас уже достаточно много, но что поделать. Вот, кстати, ну, а мы продолжаем. Сейчас, в принципе, достаточно ветреная погода, но ездить все равно приятно. Сейчас лето, в принципе. Хорошо, на улице тепло. Точнее как, даже не практически уже середина лета. Вот, конец июня. Так что самое то как раз здоровье себе набирать, ездить вот на велосипеде, там плавать, на коньках, на скейте, там кто на чем любит. Японский велосипед с корзиночкой я уже беру только для того, чтобы ездить за продуктами. В итоге я себе, ну, решил обновить велосипед, то есть именно для того, чтобы вот кататься, ну, как бы, чтобы удобно было ездить и как бы, ну, много скоростей было для разных горок. Без напрягов, в общем, что кататься. Потому что на японском велосипеде не очень удобно ездить далеко. А особенно где-то в горах. То есть он плохо едет. Потому что, во-первых, колеса маленькие, посадка низкая. То есть он сделан для города. Ну, полицейский участок. Даже поля какие-то есть.
До сих пор нету зеленого. А, вон. Тут по очереди. Сначала с одной стороны загорается, а после через какое-то время с другой. Понятно. Такие вот мосты есть с кустами наверху там. Прикольный мост такой, без опор. Чувака рюкзак. Сейчас мы посмотрим, куда нам ехать надо. На следующем повороте налево, да? Окей. Блин, ну придумал, да? Японцы. Лифт давно пора сделать. Такой вот парк здесь. Школа или университет, непонятно, что это. Как прям Колизей такой. Интересно выглядит. Да, вот школу объезжаем и налево. Да, это школа. Младшая. Скорее всего, младшая. Потому что, ну, непонятно немного, хотя. Да, на
налево и прямо прям. Что там за крики? Как будто это. Фильмы для взрослых снимает, я выпал. Вот тоже какая-то типа церквушки. Что-то в таком духе. Ну что, так красивый райончик. Спокойный, тихий, главное. Брусчаткой выложенные дороги. Прям как в этом, в Германии, где-то там, в Европе. Такой прям. Так, мне вот не сюда случайно. Дороги здесь отпадные просто. Все-таки надо было, да, на там сворачивать. Прямо. Ага, и вон та дорога. Все верно. Теперь по прямой. Все. Надо сейчас удостовериться, точно ли прямо. Ха. Вот красивое тоже поле. Точнее, это спортплощадка, видимо. Да, там вот баскетболи. Что там? А, теннисная. Теннисная площадка. А, да, здесь парк. Вот с левой стороны. Вот это вот лес, это все парковая зона. А это жилые здания. Да, там будет спуск. И прямо на быстро. Очень быстро будем ехать. Там спуск и ограничение 40. Стараемся не нарушать. Ну, мало ли что. Там может с камеры висеть, там сфоткают нас еще. Что-то тут а-ля пробочка. Не прямо.
мост через речку. Вот. Такой вантовый. И вот там вот ЖД-мост. Да, я еду вот в ту сторону. Аж почти приехал. Здесь вот все, в принципе, так красиво. Здесь можно рыбачить. Рыба есть много разной. Можно отдыхать. Можно на шашлык приезжать. Но купаться тут мелковато. Но так отдыхать с друзьями на машине или еще как. Самое то. Ну вот. В принципе, и приехали уже. Сейчас надо повернуть туда вон. Налево и вниз. Здесь главное смотреть внимательно на велосипедистов и бегущих людей, что могут быть бегуны сверхбыстрые. Ну, здесь вот типа камыш, люди гуляют, офигли мне гулять, все нормально. Плотина, ливневка. Вот такое вот, в принципе, место отдыха около речки Катама. Достаточно красиво все. Вот, ну будет еще что интересное, я обязательно включу. До связи.